С довольно необычной инициативой выступила прокуратура Южно-Казахстанской области. Здесь разработали и выпустили буклет с описанием некоторых наиболее типичных способов обмана, используемых мошенниками и карманниками. Буклеты прокурора раздавали горожанам на улице, у магазинов и в других общественных местах. За истекший период 2015 года и за январь 2016 года в Южно-Казахстанской области увеличились факты регистрации кражи и мошенничества. В связи с этим прокуратура области для профилактических целей разработан буклет для того, чтобы граждане смогли себя уберечь от данных видов преступления. В буклетах подробно расписано, каким образом можно сохранить свое имущество от посягательств мошенников и воров. Данные буклеты будут раздаваться в торговых развлекательных центрах и в общественном транспорте. Граждане с благодарностью восприняли такую заботу о их безопасности. Некоторые даже рассказали, что сами чуть было не оказались жертвами мошенников. Это правильно, что вот такую акцию проводится, потому что многие люди попадают на вот такие вот удочки, русским языком говоря, вот особенно бабушки, пенсионерки. Я молода, и то один раз был такой случай, ночью позвонили мне на сотку и сказали: так и так, муж сбил человека где-то там в районе Щербакова, мы вот сейчас ГАИ, мы здесь, значит, стоим, вот это дальнейшие действия, как, что будем делать. Муж тогда действительно был на вахте, его не было, просто так совпало. Подобные мероприятия прокуроры намереваются проводить регулярно.